Добрий вечір, в ефірі 35-го телевізійного каналу, як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Сергій Михайлович Ісаков, кандидат на посаду Миколаївського міського голови. Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, Сергей Михайлович, ну, собственно, первый вопрос, он не связан с избирательной кампанией, и его, к сожалению, мы вынуждены задавать сейчас людям, которые, собственно, приходят в нашу студию. Речь идет о трагедии, произошедшей в многоэтажном доме в районе микрорайона в Нанамеве. Ну, собственно, вы известный в городе общественный деятель, в недавнем прошлом депутат городского совета, в прошлом работали в исполнительной власти. Вот реакция власти на то, что произошло, насколько она адекватна, насколько справляется, либо не справляется. Ну, я не знаю, спасать ли власть вот с той ситуацией, которая возникла. Ну, действительно, то, что произошло на Намыве, это действительно трагедия, это серьезный вызов и власти в том числе. Я хочу выразить соболезнования семьям погибшим и тем людям, которые потеряли кровь над головой. Уверен, что николаевцы в последнее время научились объединяться, концентрировать свои усилия для помощи то ли родине, то ли городу. И та же самая ситуация будет и по отношению к тем людям, которые пострадали. Мы сделаем все для того, чтобы помочь людям обрести новый кров, восстановить ту жизнь, которой они жили до этой трагедии. Что касается работы, того, что я увидел на месте трагедии, ну, могу сказать, что довольно быстро службы МЧС развернули свою работу. На тот момент, когда я был, не было понятно причины взрыва, но тем не менее на два момента я хотел бы обратить внимание. Сегодня идет речь о том, что один не совсем уравновешенный человек таким образом решил свести счеты с жизнью. Здесь вопросы к правоохранительным органам. Известно, что он какие-то сообщения оставлял в социальных сетях, поэтому чем занимаются информационные службы и МВД, и других компетентных органов. Ведь в социальных сетях идет огромное количество информации, связанное с возможностью каких-то действий, производимых в городе. И это надо отслеживать и надо делать этому соответствующий анализ. Второй момент, на котором бы я хотел обратить внимание, это полная изношенность всех систем обеспечения жителей. Дома – это еще относительно новые дома, но есть дома тех серий, которые строились в 60-е годы, так называемые хрущобы, и там ситуация тоже катастрофическая. Несколько уже циклов прошло эксплуатации этих зданий, систем водоснабжения, систем теплоснабжения, газоснабжения. Нет ни профилактики, нет ни ремонта, нет ничего. Давно уже 10-15 лет идет речь о том, что к Украине приближается техногенная катастрофа. И это вызов в том числе и нам, жителям города. Это последствия, ну, не исключаю, что это последствия того, что у города много лет не было хозяев, те дома, которые есть, в которых живут люди, больше нужны людям, но не власти. И без решения этой проблемы, боюсь, что подобные события, не дай бог, конечно, могут происходить и дальше. Все это происходит из-за скудного бюджета. В бюджете сегодня реально, может быть, и есть деньги на бумаге, но когда 40 тысяч гривен выдают в день на нужды города, понятно, ни о каких ремонтах, ни на какой профилактике речь идти не может. И здесь надо уже по-другому ставить вопрос. А не нужно ли в данный момент выдвигать требования власти по поводу того, что пересматривать ту структуру бюджета, которая есть? Потому что сегодня порядка 70% у общин отбирается в Киев, то есть уходит наверх, и только 30% остается местным органам власти. Даже в советские времена эта пропорция была 50 на 50. Даже в советские времена понимали, что люди должны иметь возможность своими средствами, средствами общин решать те проблемы, которые есть. И шло строительство и новых домов, нового жилья, ремонт и восстановление и все прочее. Уже десятки лет этого нет. То есть мы приближаемся к черте, за которой просто естественным образом может произойти страшные вещи. Поэтому уже и община должна выходить с требованием, не просьбами, не мольбами «дайте нам деньги», а с требованием: «ребята, давайте что-то менять в этих подходах». Пока прошло
2,5-3 месяца разговора о увеличении прав общин на местах, но ничего же фактически не происходит. Еще полгода, год, и, в общем-то, катастрофа будет реальная. Поэтому это возможно, одна из проблем, которую нужно решать. Возможно, собственно, предстоящие в ближайшее время внеочередные выборы Николаевского городского головы, один, ну, из каких-то, не знаю, насколько больших, но шагов на пути к решению этой проблемы. Вы баллотируетесь, вы выдвигаетесь на пост Николаевского городского головы. Ну, собственно, мы слышим такие комментарии, что человек, который сейчас придет, вот, собственно, займет этот кабинет, это кресло, получит эту должность, но он придет ненадолго. Очередные выборы осенью 2015 года. А мы ведь слышим, что возможно еще одни внеочередные, связанные с перезагрузкой власти, которая будет, возможно, будет связана с принятием новой конституции, ну и так дальше. Складывается такое впечатление, что человек, который сейчас станет городским головой, на самом деле ничего не успеет сделать. Растратит кредит доверия, который, собственно, получил от горожан. Вас это не смущает? Меня это совершенно не смущает, потому что я говорил перед началом этой кампании, на нас упала с неба. То есть никто к ней не готовился, все думали и планировали, что кампания будет осенью следующего года, как это положено, должны пройти очередные выборы. Кампания упала с неба, никто не готов, но тем не менее у меня стал вопрос, участвовать в этой кампании или нет. И я очень спокойно к этому относился, пока не стали поступать и через социальные сети, и просто в личном общении обращения николаевцев, которые на протяжении многих лет за меня голосовали, меня поддерживали. И когда я сказал, что планы мои немножко другие, в общем-то, на лице было недоумение, когда в этот сложный момент, в общем-то, и для города, и для страны, Исаков, который на что-то претендовал, занимает позицию, он думает, будет ли он участвовать. Поэтому в данном случае у меня выбора практически не было. Я был вынужден и пошел на эти выборы, чтобы не обмануть ожидания тех людей, которые за меня голосовали раньше. Что касается срока 500 дней, я всю свою программу выстраивал, делал ее сам, выстраивал, исходя из того, что у будущего мэра будет только 500 дней на ее реализацию. Поэтому в этой программе нет ни строительства моста через Южный Буг, его за 500 дней реализовать невозможно, ни подъема и восстановления кораблестроения или судостроения. За этот период в лучшем случае можно сделать только проекты новых судов или кораблей. Поэтому все, что там написано, реализуемо именно вот за эти 500 дней. Поэтому программа называется 500 дней Сергея Исакова на должности Николаевского городского головы. Меня это не смущает. И я думаю, что если решить даже 3-4 принципиальных вопроса, которые есть в городе, я буду считать, что ту задачу, которую я ставил перед собой, я выполнил. О тех вопросах, которые вы считаете принципиальными чуть ниже, пока вот еще один вопрос, который также не могу не задать. Ну, собственно, помним все эти наши такие достаточно трагические для страны события революционные. На фоне этих событий вы так достаточно эмоционально сложили мандат депутата Николаевского городского совета и, в общем, достаточно жестко высказались в адрес коллег, депутатов городского совета, которые, ну, в тот момент мы помним, как это так, мялись, занимали такую вот неубедительную позицию по поводу того, что происходило в Киеве. Но теперь вам с этими людьми придется строить отношения после того, как вы станете городским головой. Будет ли диалог? Вот эти вот старые обиды не будут мешать? Ну, прежде всего, я не отказываюсь ни от одного слова, которое говорил. Потому что это как бы был крик души на тот момент. И от того шага, который я совершил, я тоже не считаю, что сделал большую ошибку. Но как новый городской голова, я просто обязан сотрудничать со всеми и партиями, и политическими силами, и общественными организациями, какому бы спектру они ни относились. Поэтому, став городским головой, я протяну руки и коммунистам, которые имеют на меня определенные там, имеют ко мне определенные претензии, к членам партии регионов, потому что те люди, которые занимались коррупции, руководили этими процессами сейчас вне этой партии. В партии, по разным причинам туда сходились люди, которые не могли туда не пойти. Я мог себе позволить туда не пойти, а многие не могли себе отказаться от предложения быть в партии региона. Ну, поэтому эти же люди не остаются за бортом, они руководят предприятиями, за ними стоят люди. Поэтому и с этой партией будем работать, буду сотрудничать, потому что
И точно так же, как партия «Батьковщина», если уж на то пошло, и с партией «Ветренко» надо разговаривать, потому что только объединив общину, можно решать какие-то задачи. И это главное, что сегодня должно быть у мэра, снизить градус тех напряжений, которые есть, вообще все это дело погасить. Без этого будущее у города нет. Хорошо, по поводу возможности, насколько может получиться снизить градус вот этого противостояния, которое есть сегодня в городе. Вы выступили инициатором меморандума по поводу честных выборов. Ряд кандидатов подписались, но, в общем-то, не все. Не идет диалог? Вообще, насколько честные выборы вот сейчас? Прежде всего, в меморандуме. На сегодняшний день меморандум подписало 5 кандидатов. Еще троим я лично звонил, предлагал, в силу, наверное, технических причин, они не смогли это сделать. Меморандум находится на Адмиральской 32/5, любой желающий может его подписать, все о нем знают, поэтому бегать за кем-то никто не будет. Кто знал, кто хотел, тот этот меморандум подписал. Что касается честных выборов, то, честно говоря, я не могу сказать, что они идут честно, потому что... Влияние админресурса чувствуется, оно не чувствуется по отношению ко мне лично, как это было в предыдущие годы, но количество техники на улицах как раз появилось вот в ближайшие дни и думаю, что дальше будет усиливаться. Вчера была акция по замене ламп на улицах нашего города, чего там десятками вышек, чего мы не видели, наверное, многие-многие годы, и необходимость этого действия непонятна. И так далее. Создание условий для встреч одного из кандидатов, это действующий сегодня исполняющий обязанности городского головы господин Гранатуров, сбор различных школ, кинотеатре «Космос», других заведениях. Наверное, это не совсем правильно, не совсем корректно в сложившейся ситуации. Вот. Кроме того, возникают вопросы по поводу финансирования этой компании. Если я могу сказать, что я 25 лет занимаюсь бизнесом, строил яхты по 10 и по 15 миллионов долларов стоимостью и был владельцем худо-бедно судостроительного завода, то господин Гранатуров всю жизнь, в общем-то, был чиновником. Откуда деньги? Если это деньги друзей, как обычно говорят, то возникает вопрос, а сколько же таких друзей есть, и что потом нужно будет этим друзьям сделать? Потому что я эту компанию оцениваю, то, что я сейчас вижу, я имею определенный опыт оценки, но не меньше 300-400 тысяч долларов, то, что я вижу, стоит. Вы инициировали сбор подписей за мир. А активно николаевцы откликнулись? В начальном этапе николаевцы откликнулись довольно активно. Мы собрали 27 401 подпись. Вчера был как раз, мы реализовали, была комиссия, работала комиссия, которая прореализовала все подписи, составлен соответствующий акт. Но возникло два момента. Первый момент возник все-таки с тем, что люди некоторые воздерживались. Это не значит, что они думают по-другому. Воздерживались от подписи или постановки телефона или адреса по одной простой причине, не понимая, куда дальше попадут эти списки. И, честно говоря, мы тоже задумались. Была сразу идея эти списки направить в посольство России в Украине, но мы воздержались от такого шага, вы понимаете почему. Даем базу патриотов, которые фактически, не боясь ничего, подписали это обращение. Поэтому мы пошли по другому пути, подготовили на обращение к послу России в Украине с просьбой донести мнение николаевцев до народов России. К этому обращению будет приложен акт, подписанный нашими общественными деятелями, в котором излагается количество подписей, собранных в обращении за мир. И вот эти два документа будут направлены по тому адресу, по которому я сказал. Но могу сказать однозначно, сбор подписей внес свое дело в защиту безопасности нашего города, потому что все, кто понимал угрозу 9 мая, могут сказать, что готовились многие, и наши враги тоже следили за тем, что происходит, и мобилизация различных ресурсов, и человеческих,
и организационных, и плюс сбор подписей. Показали, что Николаев действительно не хочет здесь видеть Николаев за единую неделимую Украину, Николаев за то, чтобы быть в рамках Украины, и сбор подписей тому подтверждение. Тема безопасности, как мне кажется, тема номер один, во всяком случае в вашей программе, она стоит первой. Это вот действительно насколько сейчас актуальнее, актуальнее экономики, которая тоже на нас давит очень сильно. Без сомнения, главным вопросом в любой жизни любого общества является экономика. Это базис, на котором строится и политика, и взаимоотношения, и все прочее. Но сегодня говорить об экономике без наведения порядка и спокойствия, установления спокойствия в городе просто смысла нет. Потому что если говорить об экономике, есть главный путь развития города, это привлечение инвесторов. И это тот путь, который позволит городу развиваться. Потому что ни в городе, ни в Николаеве больших денег для реализации инфраструктурных проектов нет. Это надо говорить честно. И деньги могут прийти извне. Может быть, прийти из нашего бизнеса, но крупного бизнеса, у которого есть планы строительства различных объектов в Николаеве и в Николаевской области. Но пока в Николаеве и в Украине будет происходить то, что происходит, никто сюда не придет. Поэтому вопрос безопасности должен быть решен в первую очередь. Если этот вопрос не будет решен, нет смысла говорить об инвестициях, нет смысла говорить о развитии города, нет смысла говорить о новых рабочих местах, о заработных платах и так далее. Поэтому надо начать с этого. Надо вести, я уже говорил, надо вести диалог со всеми силами. Потому что очень много заблуждающихся людей, которые выходят к памятнику вольшанцам, они думают, что с приходом, если мы вольемся в Россию, то мы вернемся в Советский Союз. И колбаса будет по 2,20, а мороженое по 15 копеек. Этого не будет никогда. Это надо людям объяснять, вступать в диалог, рассказывать о том, каким образом только можно улучшить взаимоотношения и уровень жизни людей, то есть развитием экономики, спокойствием, порядком и так далее. И в этом только будущее наше. И наше, и будущее России. Если этого не будет, страны и города обречены. Первым пунктом вот в вопросе безопасности стоит вопрос создания муниципальной милиции. Это законодательно как-то урегулировано или все-таки это перспектива, которую нужно будет еще каким-то образом решать там, на уровне Верховной Рады и так дальше? Дело в том, что если даже, а я в этом уверен, мы договоримся в обществе, в Николаевском обществе, о том, чтобы было спокойствие, и первый шаг заложен вчера, если знаете, представители Майдана и антимайдана встретились, подписали определенное соглашение о примирении, о поиске пути разрешения тех противоречий, которые есть, а противоречий не так-то много. Дело в том, что если претензии одной стороны ноябрьские и декабрьские, январские прошлого года наложить на требования, которые возникли в марте-апреле этого года, то 70% требования социальные. Полярными являются политические воззрения. Единая Украина, не единая Украина в составе, не в составе России. Все остальное едино. Поэтому надо отбросить полярные какие-то убеждения, остаться только на том, что людей объединяет. И на этой базе искать пути решения тех проблем, которые есть. Вот. Но уверен, что будет найдено решение этой проблемы. А дальше стоит вопрос обеспечения безопасности в городе. Потому что последнее время вот в этих сумбурных условиях появились различные бандитские организации и подразделения, которые, в общем-то, могут терроризировать город. Мы в Мариуполе видим, что происходит. Мародерство и так далее. Поэтому этому может противостоять только законные структуры, которыми может быть только милиция. Но милиция себя зарекомендовала сегодня, не с лучшей стороны. Занималась рэкетом, крышевала бизнес, уничтожала другой бизнес и так далее. Работала на политические кланы партии, получали задания с Киева. Поэтому хотим мы того или не хотим, и уже даже центральное правительство говорит о том, что нужно создавать муниципальную милицию на местах, которая будет подчиняться законно и легитимно избранному мэру и городскому совету и отчитываться перед громадой. Без этого дальше навести порядок на местах нельзя. Создавать народные дружины, все это да, но оружие должно быть у того органа, у милиции, который, в общем-то, должен служить интересам прежде всего граждан, а не каким-то кланам. И это главная задача. Что касается законодательных вещах, да, пока в законодательстве этого нет. Но
никто не мешает это сделать инициативно в городах и в областях. Я уверен, что без решения этой проблемы дальше двигаться по, скажем так, обеспечению единства региона в Украине просто невозможно. И центральная власть это понимает и уверен, что в ближайшее время соответствующие законы должны появиться. Потому что без этого просто все пройдет к тому, что будут уездные княжества и Украины хорошего. Не будет. О базисе, об экономике. У вас уже прозвучало, что вот, ну, собственно, вы понимаете, что реально поработать можно будет 500 дней, чтобы показать свою эффективность. За 500 дней что планируете успеть сделать такого, что вот действительно каждый николаевец, будь то пенсионер, либо студент, либо человек среднего возраста, скажет, что с экономической точки зрения действительно это сделано, мы это видим. Самый простой способ, который лежит на поверхности, это нужно пересмотреть тот бюджет, который у нас есть. Его надо проревизовать и посмотреть те статьи затрат и доходов со своей, с другой стороны. В первую очередь статьи затрат, которые не секрет, часто были популистические. Строительство каких-то объектов, которые ну, явно сегодня они нужны городу, но не к месту. Сегодня, когда текут там 30% крышу горожан, строить какие-то объекты, связанные с популистскими предвыборными вещами, просто, ну, считаю, ну, неправильно. Поэтому пересмотреть бюджет в этом направлении и все средства, которые после ликвидации проектов популистских, политических, должны быть сконцентрированы на решение конкретных вопросов горожан. Что сегодня волнует людей? Крыши, придомовые территории, потому что разбиты уже в щель тротуары, дороги. Решение вот этих проблем и нужно искать. Мало того, в программе, в бюджете города заложена программа «Николаевский двор», направлена как раз частично на решение того, о чем я говорю. Эту программу надо реализовать в полном объеме, сделать все, чтобы наши дворы хоть как-то были похожи на то, что ну, отвечали своему названию. Вот. Второй момент, о котором нужно говорить сегодня, это возвращение тех ресурсов, которые утекают из города, уходят из города и области, перетекают из Николаева в ту же Одессу. Надо говорить о том, что бюджетообразующее предприятие «Дельта Лоцман», которое всегда входило в десятку, а то и в пятерку самых крупных налогоплательщиков города, Николаевские морские порты, государственные порты, сегодня платят налоги не в Николаеве, а сегодня платят налоги в Одессе, где зарегистрирована администрация морских портов Украины. Они ходят по нашей акватории, они используют нашу землю, они обеспечивают не самую лучшую экологическую обстановку в городе, а мы с этого практически ничего не имеем. И те деньги, которые зарабатываются этими предприятиями, уходят на развитие инфраструктуры других областей. Этот вопрос нужно ставить ребром, и эти деньги должны работать на нужды горожан. Это десятки, это сотни миллионов гривен, которые могли бы пойти в том числе и в городской бюджет, и развивать и город, и регион. Это очень важная задача. Мало того, есть много системных центров, системных комплексов, которые тоже зарегистрированы в Днепропетровске, в Киеве, и работают здесь, а налоги платят там. Работаешь в Николаеве, плати налоги в Николаеве. Это принципиальный подход, который должен быть реализован. Вот источник дополнительный для решения социальных вопросов. Важно ведь еще, кто будет осваивать этот бюджет, кто будет и каким образом, насколько эффективно ремонтировать крышу, реализовывать программу «Николаевский двор» и так дальше. Тема коррупции, она у всех на слуху. У вас есть, вот, собственно, ваш рецепт? Если посмотреть на программу, то вот я сейчас отсюда смотрю, третьим пунктом программы является борьба с коррупцией. Без решения этой проблемы ни один экономический вопрос, по крайней мере инвестиционный вопрос, решаться не будет по определению. Ни один инвестор не придет сюда, понимая, что здесь его обдерут как липку раз, и те деньги, которые он сюда привнесет, частично будут разворованы. Поэтому эта проблема
как бы, ну, после безопасности проблема номер один. Никакой экономики здесь не будет. Если взять на, посмотреть, почему же Майдан выше создался в Киеве, то да, европейский выбор важен, но прежде всего люди устали от той коррупции, от того воровства, которое было в стране и в нашем, это же система, и в нашем регионе это было, работало точно так же. Единственный выход. Этот выход апробирован во многих странах, в том числе вот в Грузии, где результатами, которые и грузины гордятся, и мы постоянно ставим в пример, это гласность и открытость всего, что происходит в городской власти. И инструментом для этого может быть только система «Электронный город», электронное управление, которое позволит в онлайне видеть все, что происходит в городском совете, в исполкоме городского совета, на предприятиях, которые являются собственностью, но в коммунальных предприятиях города можно будет видеть, какие тендеры проводятся, кто в них принимает участие, кто является победителем, кто стоит за победителем, кто является собственником этих предприятий, увидеть, а чем же закончился результат этого тендера, тоже немаловажно, потому что выиграть тендер одно, а реализовать ту или иную задачу, другое, можно реализовать там на 50%, написать 100%, люди же все это видят. Вот. Кроме этого, исключительно важна прозрачность бюджета, чтобы николаевцы видели, что вот у нас есть такой бюджет, он раскладывается по таким-то полочкам, сегодня оплачены вот эти программы, завтра оплачены эти программы, и это все нужно видеть. Вот. И гласность, ни в одной стране мира коррупция не побеждена. Но уменьшить ее на данном этапе в разы реально. Важно иметь возможность видеть. И, кстати, я хочу сказать, что если даже вот эта задача будет решена, я буду считать, что свою задачу выполнен. Задачу электронного голоса города можно решить за 2-3 месяца. Еще до предполагаемых выборов, которые могут случиться осенью этого года, эту задачу можно и нужно реализовывать. Важно не только видеть то, что происходит с городскими финансами, важно также иметь желание смотреть на это, разбираться в этом. Социологи нам говорят о том, что ну вот за некоторое время до момента голосования многие николаевцы, например, еще не определились с тем, за кого будут голосовать вообще. Многие николаевцы в связи с этим могут испытывать апатию, вообще не приходить на выборы. Ну, там отмахнуться, сказать, все одинаковые, не пойду в этот раз. Есть какое-то специальное обращение к людям, вот, которые, может быть, сегодня еще а. не хотят идти голосовать, б. не определились с тем, за кого голосовать? Ну, обращение одно. Прежде всего о социологии могу сказать. Дело в том, что если говорить о социологии, то социологи говорят, что некоторые даже еще не знают, что есть выборы. Ни выборы президента, ни выборы мэра, и таких людей достаточное количество. Поэтому, но сегодня фактически важный переломный момент в жизни нашего общества, в жизни Украины в целом, потому что мы должны как можно быстрее определиться с лидером страны. Этого ждет и мировое сообщество, это ждут, если не ждут, то по крайней мере думают об этом и те люди, которые провоцируют ситуацию в Украине. И чем быстрее это произойдет, тем лучше для всех. Вот. Тем быстрее мы начнем реализовывать те программы и те задачи, которые стоят перед нашим обществом. Поэтому в данной ситуации, говорят, Исаак пиарится на этой фамилии, единственный способ быстро решить вопрос, объединить усилия вокруг Петра Порошенко и как можно быстрее. У меня есть какие-то вопросы к Петру Алексеевичу, личные. Но в данном случае задача всех объединить усилия для того, чтобы как можно быстрее избрать президента, переступить этот слой, перейти в другую категорию на этом сложном пути, на сложном этапе, в котором мы сегодня находимся, и начать реализовывать те задачи, решать те задачи, которые стоят перед нашим обществом, давать ответы на те вызовы, которые есть. Точно так же в городе. У нас уже больше года нет мэра, и фактически город управляется людьми, которые на то горожанами не сильно уполномочены. И это тоже важно. Поэтому главное, чтобы люди пришли и понимали, что от этого выбора зависит будущее, как они будут жить дальше. Или будут жить так, как жили, или что-то есть надежда на изменения к лучшему. Подводя итог разговору, мы привыкли к тому, что в начале июня, в июне проходит регата на Кубок Кимбургской косы. Традиционно вы один из организаторов этого мероприятия.
в этом году, в связи с такой политической непростой ситуацией, экономической, выборы опять же, если выборы президентские пройдут не в один тур, а растянутся на два тура, ну опять же это наложит определенный отпечаток. Регата будет? Регата будет, если здесь не будет никаких военных действий, я уверен, что мы до этого не допустим. Регата будет, она традиционно проводится на День Конституции 28 июня, мы к ней готовимся. Супер затрат она не стоит, поэтому она инициативна, яхтсмены находят ресурсы в своей среде для проведения этой регаты. И поэтому всех приглашаю 28 июня в яхт-клуб посмотреть старт регаты. Кроме этого, 24 мая, в День тишины, мы тоже проводим регату. Жители города, это будет суббота, могут прийти в яхт-клуб, посмотреть это замечательное зрелище. Парусная регата. Сергій Михайлович Ісаков, кандидат на посаду Миколаївського міського голови, будь нашим гостем та відповідає на наші питання. Дякую, все на краще, успіхів вам. Спасибо. До побачення. Спасибо.